А вернемся в Ленинград и пойдем сразу в ЗАГС. Согласна? Не знаю, мне надо подумать. Это диверсия. Он тебя завербовал. Глуши мотор, переходим на весла. Этот парень прям дьявол какой-то. Родина доверила нам защиту порта, и давайте-ка оградим его от диверсии. Павел Трубинин. Эта операция поручена мне, отвечать за нее буду тоже я. Ладно, подполковник, только учти, облажаешься, я с тебя куски сдирать буду, живого. Игорь Петренко. Ориентироваться будем по ситуации. Екатерина Белкова. Нужно выяснить, что Тарн задумал, пока не стало слишком поздно. Баренцева, море.